Добрый день. Мы уже в Ачинске. Собираемся ехать обратно. Вот. Вася ищет тут на навигаторе, как нам выехать. Мы тут мотались, ездили по всему Ачинску. Подожди, доченька. Вот. Дети у меня тут все лохматые. Да, мы приехали в Ачинск специально. Заказали мы Саше очки новые вот такие. Выбирали. Кое-как выбрала. Она сказала, эти и все. Да? И когда мы одели, Саша говорит, ой, какое все большое, как все хорошо видно. Да, Санечка? Ну, вот умница моя. Вот купили мы очки. Мы не просто ездили, это был просто лабиринт. Точно. Какой-то. Да, мы ездили где-то там, возила она нас прям по закоулкам каким-то непонятным. Вот, ну наконец-то мы сделали очки. Да, Санечка? Вот. Ой, у нас дела дома стоят. Стоят дела колом. Вчера потратили весь день на то, чтобы... Ну, слава богу, сделали мы права. Настя, понедельник, вторник. С Димой они все ездили. Этот инструктор хорошо, он ее принял. Принял, и она и по городу ездила, и по автодрому понедельник, вторник, и в среду вот сдала. Конечно, она платила 400 рублей в час, ну ладно, это зато уже, тихо, зато уже в субботу мы записались на 2 часа 20 минут, уже за правами поедет. Вот надо будет сейчас заплатить. А так, получение новых прав стоит 2000, но мы будем платить через госуслуги, то это будет стоить 1400. Вот так вот. Я думала, может быть, мы дома обошьем, но нет, у нас другие траты. Ну, это очень хорошие траты. Мне не нравится, что да, мы потратили весь день с Васей вчера. Ну, по крайней мере, Настя сдала. Сдала на права, слава богу. И Саше мы сегодня, вот я позвонила, нашла в интернете оптику, которая сразу изготавливает очки. Позвонила, спросила, есть ли у них такая оправа. Ой, линзы такие. Они долго искали, слава богу, мне перезвонили. Сказали, что да, у нас такие линзы есть. Ну и мы сразу детей, они были в садике у нас. Мы забрали ребятишек и поехали мы в Ачинск. Вот. Настя хотела с нами ехать. Я говорю, доченька, оставайся, ты хотя бы кушать сваришь. Может, там хоть маленько что-то там посуду помоешь. Что мы тоже с утра поехали сегодня. Поехали мы, с утра у нас был утренник у Томы. Вася развез детей, я быстренько дома завтрак приготовила. Потом мы пошли на утренник. Завтра у нас утренник. Да, завтра уже не Саши утренник. Приехали мы домой, забрали Настю, поехали мы в поликлинику. Ну, вроде сидим в очередь, быстро очередь продвигается. У нас, по идее, принимают 3 терапевта. Остался один. Время уже было до обеда, осталось, ну, 50 минут. До нас еще 2 человека. Их раз всех вызывают на какое-то типа селекторного совещания, что-то такого. Все. Мы сидели. И, короче, вот так вот мы ничего и не высидели. Вот. Настя же на больничном. Ну, она потом сходила. Сделали ей справку до субботы. В общем, в воскресенье 21-го Настя поедет уже в Красноярск обратно. Ну, слава богу, справку сделали, все. Ну, дали ей. Подлечилась у мамы, посидела, потому что не питается нормально. Вот даже сегодня дома пришли. Вчера Алина такой суп вкусный сварила. Вот Алина уже тоже в 15 лет уже начинает варить дома.
Она все сварила, суп такой вкусный суп. Единственное, не досолила, но это ерунда. Мы подсолили, мы приехали, я говорю, Надь, давайте в поликлинике, когда пообедаем, и поедем мы с детьми в Ачинск. Что вы думаете? Нет, она запарила себе опять роллтон. Это капец какой-то. Вообще не слушается. Вообще. Я вот в магазине «Семафор» ни разу не была. Это в Ачинске называется «Старый город». Куда мы всегда ездим, там, где магазин «Причулымье», где это «Жаркая поляна», кинотеатр «Эдем», «Фикс Прайс», там все. Это новый город. А здесь старый город. А вообще Ачинск большой. Мы сегодня блудили, я думаю, ничего себе, какой-то вот большой город, да, Вась? Хотя мы тут уже ездили один раз, тоже блудили. Тут я уже начинаю Ачинск узнавать. Почему она нас стала возить прямо по закоулкам, я вообще ничего не поняла. Хотя тут прямо-прямо едешь-едешь, и все, да, и в центр выезжаешь. Ну, вот так вот. Ладно. О, еще одна. Можно домой приедем, я покушаю роллтон. Это Саня. Сегодня, кстати, я пришла ее забирать. Они как раз обедали. Мы еще подождали, наверное, полчаса, пока они там покушали. Наша воспитательница вышла мне и говорит, Саня очень плохо кушает. Очень плохо. Вот, говорит, поставят чай или компот, она первым делом выпьет чай, выпьет компот и сидит, ковыряет хлебушек. Да, вот она кисель, вот еще она все выпьет и приходится прям стоять над ней. Саня, ешь, Саня, ешь, Саня, ешь. Это что ж такое-то, а? Вот у нас Дарина такая была, вот все время жаловались, вообще ничего не ест, вообще. И в школе жаловались. Вот начальные классы, всегда говорю, Дарина, надо кушать, воспитательница. Учителя жалуются, что ничего не ешь. Ой, что-то там. И вот на Саню жалуются, что Саня вообще... Так она у меня, я смотрю, и совсем не подросла за год. Вот, ну, не знаю, может, 1 сантиметр или 2. Саня, ты потому что ничего не кушаешь. Если бы ты кушала, ты бы подросла. Батареи разряжены. Никто тебе роллтон не даст, даже не думай. И, кстати, его там нету даже вовсе. Нет, не оставила. Не, папа, уезжай. Старые дома еще, старинные. Вот Настя говорит, у них колледж тоже памятник архитектуры. И даже не разрешают окна пластиковые ставить. Они так вот в старых окнах и живут. Мы домой? Да, да. Ладно, поедем мы домой. Я уже снимала это видео, а у нас эта громкая музыка играла, приходится переснимать. Дима Настю балует, подарил ей хризантемы. Хризантемы, они очень долго стоят, вот прям долго. Дима как подарит, они прям долго-долго у нее стоят. Как? Вот так уметь? Как? В общем, Настя с Димой делают шляпы детям в садик. У нас завтра день осени. Сегодня у Томы был. Мне кажется, не будет у них завтра. Не будет? Мне кажется, ну везде отменяют. Ну, сегодня у Томы был. Ну да, предупредили бы, наверное. Ну. Да садик, наверное, то, что дети-то не особо еще понимают. Смотрите, букет! Эти шляпки у нас дети одевали на Новый год. Ой, доченька зацепилась! Букет! Ага, а это Саня. Мама, я красивая хочу девочка. Ее примерить сейчас, я уже отклеила. Мы хотели сначала на эти что-нибудь прилепить, какие-нибудь листочки, цветочки. Или цветочки. Да, ну или потом, вот эти вот. Потом, короче, мы, как сказать, или зажадили. Вот да, да. Мама. И Настя красиво. С Димой делают из картона две шляпки. Они уже там что-то нарезали. Много чего нарезали, смотрю. Ну-ка, покажись. Какая же Женя красавица. Это вот эта вот штучка, она вот отсюда отлепилась. Надо вот сюда ее приделать. Мам, дай сюда.
Не надо ее терять. Сильно же высокие эти будут. Мама, откуда у нас такие корышки? Я видела, там сделали вообще простую. Ну, а если тоже они одеваться не будут, что мы? А мы просто сверху так же прилепим и это, вот так вот резиночкой. Ну ладно, посмотрим. Нельзя это трогать. Смотрите, мама, какая красивая. Смотри. Потому что поляна надо будет к этой пришить. Ты пальцы смотри, потому что я не вижу. А я розовая. Бантик. А тут бантик. Угу. Специально для... В общем, зажадили мы портить эти шляпочки. Сказали, что я никому не лезть. В итоге все тут, дети. Да, Настя сказала, Тома, все вышли. Тома, музыка играет, Тома вообще тут пляж. Ну, Том, молодец. Сегодня Настя забирала. Потому что мы приехали домой, время уже, наверное, 6 было, даже 7, да? Так долго, вроде там до Ачинска ехать-то 120, примерно 130 километров. Мы потратили на это 6 часов. Мама, папа, тоже пёлочка. Но... Нет, пусть тут потом Настя. Но зато мы время потратили, зато мы с Аней сделали очки, да? Да. Вот моя красавица. А ты сердечко. Да, да, да. Я да. Сердечко. Они не круг, а квадрат. Прямоугольные. Как-то сидите вы неудобно. Димки прямо загораживает это. О. Ну, сядь, как сидела. Дома нельзя ломать. Так, одна шляпа у нас готова. Это для меня. Сейчас мы на Жене ее оденем. Вторая будет точно такая же Саши. Ну так, сделайте резиночки. Да, резиночки сделаем. Угу. Вторая будет такая же, да? Да. Ну так все, нет, сейчас резиночки буду пришивать. Может, она же у меня будет падать. Так, пусть пока тут стоит, я пойду вторую делать. Да, ну, да, да. Мы тебе резиночку приделаем специально. Угу. Это Настя с Димой сделали. Красивая, да. Угу. Да, моя. А ты еще наверх посмотри, смотри. Да, блестки. Блестки, это я сама украшала. Молодец. Вот Тома, она, наверное, сейчас Тома придет, сейчас ей померю. Тома, она, наверное, точно. Иди сюда. Я нашел ваш день. Ему пришлось послушать. Ой, это на Тому шляпа. Нет! У меня падает и падает камера. Все, сейчас я пришью, чтобы не падало. Мам, давай. А знаешь, здесь резиночку еще прижай такую, пожалуйста. Дарь, ты все перебрала? Ну, тут остальное, которое не слабо. Там книжка освободилась. Нет, все, хватит, это надо выкинуть. Даринечка, выкинь это. Здесь. Молодец, и тут везде. Ты сама все украшала? Нет, Настя. Ну все, давай, я буду пришивать сейчас резиночки, чтобы она не падала. А потом померим, нормально у меня она или нет. Да, да, да. Мы да. Ее зашивали, украшали. Наверху красная, а внизу вот желтенькая. Да, красота. Купила я по вашему совету драмину. И Саня будет принимать. Женечка, Жень. Иди сюда. Для чего я брала? Для чего я брала видеокамеру? Покажись, моя красавица. Ну-ка. Вот какая красивая. Как у нее зубик выпал. Папа его выдернул. Женя не давалась. Сань. Мама, ты отдашь деньги. А ты мне тоже дашь? А я в прошлый раз, Сашке, когда тебе давала, Женьке давала? Нет. Папа мне давал. А, фея давала Саше, а папа тебе? Да. Угу. И ты мне дашь, когда если деньги даст. Если фея даст тебе деньги? Да, ей. Ну хорошо, хорошо. Ты мне столько же дашь денег. Ну хорошо. А если она мне много даст денег? Ну, значит, Саше много. Да. Так если она очень-очень много, у тебя не хватит? У меня хватит. Ой, плакала. А тут такая радостная. Зубик наконец-то. Я ее выдернули, удалили. А тебе, наверное, не надо говорить, когда ты выдернешь этот зуб. Угу. Ну он все, слава просит. Богу. Но мне его помою потом, вытеру полотенце. Да не надо, ты его так потеряешь. Он еще утонет где-нибудь. Это вот у нас Тося. Тоша маленько лохматый. Тише, у нас гладкошерстный.
Вот такая шляпочка получилась. Это моя. А где моя? Скоро будет готова. Да. Завтра. Ну, в общем, листья красивые не насобирали, поздно собрали. Саш, Женечка, ты все-таки потеряешь свой зубик. А куда его положить? Под подушку, как плакала слезки еще. Под подушку иди положи, доченька. Так фея же сейчас прилетит. Нет, фея прилетит только ночью. Если ты сразу уснешь, и Сашка уснет сразу, и Томка. И фея прилетит. Пойду должна туда положу. Должна мам, приехать. Мам, пойдем посмотрим. Галя, сестра моя, ждем ее. Мама. Ну, скажи мяу, кот. Как каким ли мяу? У него такие острые зубы. Не надо. Он завалился. Тепло. Посмотришь, как я его красиво. Он такой, когда у него этот зуб, он такой серьезный. Да, у него постоянно зуб там торчит. Я его пытаюсь ему обратно, это вот немножко вот так вот, а он все равно как-то у него. Мам, он уже перерос зуб. Угу. Из-за этого я не пойду в вашу комнату, там так у вас беспорядок. Так... Сейчас я покажу. Мама, у меня кровь. Ничего уже нету. Нету этого любимчика моего. Беспорядок, видишь? Вот. Ну, она я же говорю, бардак у вас тут. Только же она... Нет, она все, уже спать ложится. Птичка была, и он убежал. Да. Так, сейчас дети пойдут пить чай. Доченька. Компот. А, компот? Да. Ну все, дочушенька, давай ты сегодня скажешь всем до свидания. До свидания. До свидания. До новых встреч, ребята. Скажи. До новых встреч, ребята. Да, завтра посмотрим, что же фея принесет нашей Женечке. Деньги или шоколадка. Да. Или просто деньги шоколадные. Копеечки такие. Да, да. Буквально, Галь, скажу вот так. Всем привет. Всем привет. Да. Это еще одна моя сестра. Я сегодня вышла видео, там мой брат Саша, а это сестра моя Галя. Ну, многие знают, конечно. Мам, когда я губу облизываешь, прислоняешь к губам, облизываешь, потом кислая. Да, это Галя гостиница ребятишкам привезла. Они уже спать были, ложились, и все прибежали сразу. Да? Гости пришли, сразу всем интересно, сразу смотреть. Ну, ладно, доченьки, давайте, спокойной ночи. Сейчас доедят они и пойдут спать. А мы с Галей попьем чай, поговорим. Может, ты кушать будешь, Галя? Будешь кушать? Ну все. Ай, прибежали сразу ребятишки. Смотрите, какой у меня толстый язык теперь. Да, 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 да. Ну все, доченьки, спокойной ночи. Доброй ночи. Ага, все.